Приветствую, мы на востоке Москвы, в районе Гальянова. Здесь от Уральской и Уссурийской улиц, от их пересечения, и до Хабаровской улицы, недалеко от МКАДа, кольцевой дороги и Лосиного острова, проходит Камчатская улица. Здесь много таких вот дальневосточных и вообще восточных названий, да, разных населенных пунктов, городов нашей страны. Вот. И проходит эта улица параллельно Курганской улице, которая проходит несколько выше, если смотреть по карте, над этой улицей, над Камчатской. Ну, до 1160 года здесь было подмосковное село Гальяново, теперь район Гальяново. Ну и, понятно, была, естественно, соответствующая деревянная застройка по преимуществу. Вот. В 1960 году село Гальяново шло в состав Москвы, но и потихонечку начала формироваться застройка этой улицы. Не сразу, прошло примерно около 10 лет, сначала, в принципе, ничего особенно не менялось, но потихонечку улица стала формироваться. И в 1970 году была названа честь полуострова Камчатка, как раз на востоке, на самом востоке нашей страны. Ну, до него можно разве что только долететь. Доехать не получится ни по железной дороге, ни по автомобильной, дорог туда нет, так, чтобы доехать от Москвы. Вот. Но так сказать, на самолетах-то, конечно, можно долететь, но направление все равно восточное, здесь восток Москвы, и поэтому по географическому принципу вполне справедливо назвали эту улицу Камчатка. Ну, улица такая типичная, жилищно-социальная, как одного часа на окраинах бывает, да, то есть жилые дома и социальные объекты. Жилые дома здесь все 9, 14, 16 этажные, причем построены они были в 1970-х, 80-х годах, ну там до 90-го года. Вот. Ну то есть как раз когда это застраивал. И лишь два дома под номерами 4 корпуса 1 и 2, 18-этажных, построены были в 2007-2008 годах. Ну и так сразу видно, такие как башенки большие, высокие дома. Кроме жилых домов, здесь также находятся 3 детских сада и 3 школы. Причем детские сады двухэтажные, построены в 80-90-е годы, а 3 школы, они, соответственно, трехэтажные. И построены были в 70-80-х годах, ну, в общем, вместе, собственно, застройкой этой улицы и вообще этой местности. Да? Вот, причем, что интересно, что детские сады находятся с одной стороны улицы, а школы с другой стороны. Вот, в основном это соблюдается. Ну, там, за одним исключением, в начале там детский сад тоже вместе со школами находится. Но вот так интересно, так они как-то идут. Дом, школа, дом, школа, а тут дом, детский сад. Вот такая довольно интересная застройка этой улицы. Хотя и современная, но тоже какая-то вот есть определенная особенность. Несмотря на то, что вроде улица такая обычная, стандартная, но все равно. Вот. Ну и рядом кольцевая, дальше там это уже рядом совсем проходит, недалеко от кольцевой, там уже в конце улицы гаражи, ну, все как обычно. Ну, а повыше там, ну, это уже за Курганской, там находится парк Лосиный остров. Вот. Ну, собственно, конечно, каких-то достопримечательностей говорить сложно. Обычные дома, детские сады, ничего тут интересного, конечно, вряд ли кто-то увидит. Вот. Ну, при желании можно совершить автобусную прогулку по этой улице. Автобус от метро Щелковской, вот самая ближайшая станция метро, номер 257, и он проезжает всю улицу, от начала до конца. Так что можно вот проехать и составить такое общее впечатление. Ну, приятных прогулок и до новых встреч на улице.